Сегодня шестой день постройки курятника. Вот я сегодня сделал гнездо для, чтобы курицы несли яйца. Значит, здесь получается на три отсека будет разделено. Решил заснять, пока не зашил. Соединение с основным каркасом просто вот тут на саморез. Тут я врезался туда внутрь и с этой стороны вот на саморез. Здесь, значит, я собрал на брусках вот таким образом, хитро. Там на таким уже образом, ну там тоже врезался, и здесь вот таким образом. Вот, соответственно, к этому будет крепиться снизу потолок. Здесь сверху будет крепиться. Вот, потом, после зашития уже пола, будем зашивать вот эти стены боковые. Ну, а потом будем надставлять сюда еще ширину, один брусок, и уже зашивать остальное. Правда, потом придется все это разбирать, поэтому сразу маркирую, как удобно, чтобы было потом для сборки удобнее собирать, быстрее. Потому что придется выносить всю эту конструкцию, а вынесутся только боковые стенки отдельно. То есть целиком она через дверь не выйдет. В доме собираю. Вот чертеж тут был у меня сделан, но скорее это не чертеж, а эскиз был сделан для 40-й доски. Но 40-й доски нет. Делается из бруса 45 на 45, который тоже кончился, теперь 40 на 40 брус, поэтому основные размеры только отсюда беру, а остальное уже все подгоняется так, как нужно, по ходу действия все решается уже.